Дорогие друзья, добрый вечер. Сейчас страстную пятницу. Мы в Греции, здесь делаем перифора ту тафу, ту Христу. Сейчас, в данный момент, мы не можем выйти, как каждый год мы делаем, идем рядом с... Ну, делаем все вместе перифору. Делать только псалтес и поп наш. Вот. И на данный момент я внутри было 3 часа литургия, и сейчас ждем, когда принесут то тапо, то стенография в церковь. Это я вам просто сейчас как стараюсь показать вам, как происходит у нас в Греции, вот как проводится вот эта страстная пятница вот в церкви. Ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Επιδεόμεθα υπέρ μακαρίας μνήμης και αιωνίων απαύσεως των κηκημένων δούλων του Θεού, των μακαρίων και ειδήμων κυτώρων του πανσέμ του ναού τούτου. Υπέρ του συγχωρηθήν αυτής πάμπλη μέλημα εκούσιον τε και ακούσιον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. На этом, дорогие друзья, я заканчиваю этот репортаж. Я немного вам как мог показать, показал. Сейчас пойду дальше быть вместе там, чтобы пройти снизу этого эпитафию. На этом, дорогие друзья, желаю вам всем мира и добра и всего хорошего. Каля, Анастаси, как говорим, мы в Греции.